двадцатый век. По времени, о Господи, не надо, уже пришли и в дверь стучат прикладом, и в дребезги в прихожей зеркала. Вам из окна бы граф, но в нем как в раме, в крови закатный вечер умирает. Откройте, революция пришла. Прощайте фотографии на стенах, казалось, так незыблемо нетленно, в гостиной танцы, елка в Рождество. Здесь в детской Соня с Мишенькой играли, но клавиши разбитого рояля на обожженной кровью мостовой. Бонжур, мой граф, все та же самка, капля лоску, на вас кожанка, леспри как просто. О, Бет-Нуар, а что еще грядет? Даст делят Русь и власть между мужичками. Да вы никак, мой друг, с большевичками. Однако же забавный поворот. Но где графиня, что семья бежала? Простите, я не знал, какая жалость. Да-с, времена такие, что держись. Но вы с убийцей матери и брата. Я не пророк, Моншер, но вам расплатой послужит ваша будущая жизнь. О, ваши слова, кажется, стреляют. Жду, сегодня-завтра расстреляют. Так он пасан, чему я даже рад. Ведь лучше краткой смерти благородства, чем ваше комиссарское юродство и потаенной ненависти я. Господи, останься. Беда приходит в дом на звуки вальса и прерывает властно чей-то смех. Вам из окна бы, граф, но в этой раме еще кружатся, музыка играет и тает. Двадцатый век.